Утро 20 июля. Ясная погода. Начинаю свой день. Кажется, я зарос. Надо негоже в Киев въезжать небритым. Надо побриться. Ну, вот это другое дело. Завод Оболонь. Запах хлебный такой. Солоно, наверное. Мы находимся в поселке Боденьки. Вот он находится. Он прямо на берегу реки Десна. Тут мы расположили лагерь. Проехали сегодня 100 километров ровно и свернули прямо в Десне. Здесь Десна близко проходит к трассе. Река очень интересная, быстрая, текучая. Сейчас сами увидите. Очень быстро бежит. Завтра дальше будем двигаться в Чернигово.